Гадес не продержится и недели. То, что приближается к системе, намного превосходит число Морду, которое опустошило планету в прошлом. Другие ульи должны быть укреплены тысячекратно. Гадес горит. Приветствую тебя, Кирия. Чем я могу служить вам, реклюзиарх? В пустошах есть укрепленные позиции, занятые Стальным Легионом. Да. Да. Мне сегодня сообщили, что хранится в подземном ангаре на западном аванпосте D-16, в 98 километрах к северо-западу от города. Ни на одном нашем собрании не упомянули про опечатанный комплекс Adeptus Mechanicus. Ты знаешь свою историю, адъютант Тира? Я изучала несколько решающих сражений Первой войны. Тогда ты знаешь, какое оружие сконструировали и развернули здесь Mechanicus. Я не думаю, что вы правы. Может быть. Но я собираюсь лично узнать правду. Один из наших громовых ястребов через час повезет небольшую группу к западному D-16. Но он опечатан. Ненадолго. Это территория Adeptus Mechanicus. Мне все равно. Если мои предположения справедливы, то там находится оружие. Оно мне нужно, Кирия Тира. И я его получу. Вы не можете покинуть город перед рассветом. Враг... Враг не бросится на городские стены в первый же день. В мое отсутствие командовать храмовниками крестового похода Хелсрич будет чемпион Императора Боярд. Я не могу позволить вам сделать это. Mechanicus будут в ярости. Мне не нужно твое разрешение, адъютант. Я спрашиваю, хочешь ли ты полететь с нами? Над твоими шутками. Люди иногда. Моя Принцепс. Привет, Валя. Моя Принцепс. Адепты душ сообщают о недовольстве в сердце Вестника Бури. Мы получаем аномальные данные о раздражении в ядре реактора. Мы рассержены, Модератус. Мы жаждем обрушить гром на наших врагов.
Это понятно, моя Принцепс. Но вы сами функционируете в полную силу? Вы уверены? Ты спрашиваешь, есть ли риск, что меня... Поглотит сердце вестника бури? Адепт, удели внимание вокализатору Принцепс. Я верю вам, моя Принцепс. Простите, что потревожил вас. Не за что, брат. Ваше беспокойство тронуло меня, Валя. Скоро мы пойдем в бой, Валя. Гримальд обещал его нам. Все мы готовы, моя Принцепс. Андрей? Что еще, а? Я занят, ясно? Это десантно-штурмовой корабль? О чем ты вообще, а? Об этом. Это Дамоска на рубеже 3. Контакт, контакт, контакт. Приближается имперский десантно-штурмовой корабль. Это черные храмовники, да? Они из Хелсрича, я знаю. Я слушал на инструктаже, а не спал, как ты. Это не к добру. Я не согласен, ясно? Это дело Адептус Астартес. Это всегда хорошо. Хорошо для нас, плохо для врагов. Что? Все будет в порядке. Вот увидишь, а? Я всегда прав. Мы должны отдать честь. Нам это полагается сделать. Не знаю, просто стойте по стойке смирно. Капитан, я Квинтус-адъютант Тира. Меня прикомандировали в Улли Хельстрич из командного штаба лорда-генерала. Со мной реклюзиар Гримальд и магистр кузни Юрисян из Ордена Черных Храмовников. Приветствую. Нам нужно попасть в комплекс. Простите, это шутка? Совсем нет. Здесь нет электричества. Они оставили это место совершенно без источников энергии? Нет. Здесь есть энергия. База спит, но не умерла. Ее погрузили в состояние бездействия. Энергия все еще бьется в венах. Колебания слабые, пусть медленные. Но я все равно их слышу. Ты сможешь открыть эти двери? Сможешь доставить нас вниз в комплекс? Нужно перенаправить много энергии из вспомогательных источников, что будет сложно из точки удаленного доступа. Потребуется побочная закачка из... Юрисян! Отвечай на вопрос! Прости, реклюзиарх. Да, мне потребуется 1 час. Выкапываете тайны из песка, да? Думаю, от такого Механикус не заулыбаются. Это корпус стабилизатора магнитного поля.
Что он делает? В нем находится стабилизатор для генератора магнитного поля. Я был прав. Это он. Он так прекрасен. Он так величественен. Он переживет орбитальную бомбардировку. Он защищен пустотным щитом, бронирован лучше любого бункера, который я когда-либо видел. И запечатан миллиардом или больше отдельных кодов. Ты справишься? Я никогда не видел ничего столь удивительного и сложного. Это будет все равно, что нанести на карту все звезды. Ты справишься? Да, реклюзиар. Но потребуется от 9 до 11 дней. Я не верю в это. Он не может быть здесь. Он здесь. Здесь механику спрятали Ординатус Армагеддон после Первой войны. Это гробница Оберона. Реклюзиар! Гримальд, говори. Расчет старика был верным, как ты и предполагал. Враг уничтожил улей Гадес с орбиты. Грубая работа. Обычная бомбардировка. Электромагниты катапульты швырнули астероиды на беззащитный город. Черный день, брат. Ты скоро вернешься? Мы уже на пути обратно. Ярик был прав. Гадес горит. Приготовься, брат!